Чебоксары – город трех святителей. Это тема первых международных святок гурьевских образовательных чтений, которые прошли в столице республики. Архиепископ Казанский Свияжский Гурий – значимая фигура в истории Чебоксар. В 1555 году он по поручению царя Ивана Грозного осветил место постройки будущего Чебоксарского Кремля. Он первую церковь построил у нас, то есть деревянная, которая сгорела. Благословил Чебоксары и начали Чебоксары строить храмы. Свято-гурьевские чтения объединили священнослужителей, научных сотрудников, писателей, школьников и студентов. Конференция шла 4 дня. Участники провели круглые столы, заседания, работали по секциям. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение приходило в веру, чтобы они все были духовно богаты и знали, какие есть здесь святые, которые в этом городе были, этот город основали. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Павел Рядков, Республика.